я рад тебя видеть. Лепопильон, Трубадур, узнаешь? Привет. У меня не было случая в этом признаться, но знай, я верный почитатель. Очень приятно. Мэтра Лютика, я знаю все баллады из цикла о Ведьбаке, но чтобы мне самому так повезло. А в чем, собственно, дело? Ну, дело-то замечательное. Пропал цирюльник Жан-Луи Людовик. Ты его спасешь, а я сложу об этом песню. Услышьте же, люди, глас песни свободной, а как спас брат добрее, ведь ах, благородный. Так что там с этим цирюльником? Он точно пропал? Да, да. Наверняка с ним произошло что-то страшное. Жан-Луи болезненно пунктуален. Ни на минуту не опаздывает, открывая свою лавочку. Он наверняка будет польщен, если я опишу его чудесное спасение. А кто мне заплатит за поиски цирюльника? Я. В конце концов, такой случай предоставляется не каждый день. Но ты должен взять меня с собой. Я буду на ходу все записывать. Я согласен. Только за необычные заказы я беру больше. Понятно. Разумеется. Да разумеется, как тебе будет угодно. Хорошо, я посмотрю, что тут можно выяснить. А ты, если уж так хочешь шляться за мной, по крайней мере, не путайся под ногами. Разумеется, ты меня даже не заметишь. Салон Бродобрея вот тут, рядом. Что такое? Есть последняя строчка! Все это в честь досточтимой княгини. Там должно было быть про цирюльника и ведьмака. Причем здесь княгиня? Благосклонность великих мира сего переменчива. Сегодня все вспоминают мое выступление на турнире, а уже завтра ее светлости понадобится новая песня. И я не собираюсь упускать такой сюжет. Так что, с чего начнем? С того, что выломаем дверь. Вообще! Это в честь досточтимой княгини. Войдем же! Пустые баночки из-под помады для волос, сильный цветочный запах, очень сильный. Исключительно тупые ножницы. Как он вообще мог ими пользоваться? Говорят же, что сюжеты песен надо брать на улице. Эта баночка тоже пустая. А я и не верю. Замок не тронул. Никто и не пробовал сюда пробиться. Эта баночка тоже пустая. Дневник цирюльника, так, ноготочки лопнули, центрийский веер, релийский хвостик под платагона. В Новиграде это уже не модно. А вот тут список посетителей, последней клиенткой была госпожа Лепомпиду. Ты знаешь какую-нибудь Лепомпиду? Да, очень милая старушка. Уже 10 лет делает прически у Жана Луи, абсолютно безвредно. Вот здесь набросок какой-то карты. Тебе это что-нибудь говорит? Кажется, я знаю, где это. Но там ничего нет. Ну, совершенно ничего. Только поля, луга.
Кажется, я уже знаю. Я, кажется, тоже. Зараза, вскричал он лицом багровее, лишь бритвы духи нет нигде бродобрея. Не мог бы ты минуту помолчать? Кажется, я понял, что с твоим бродобреем. Ни следов борьбы, ни следов взлома. По-моему, он просто отправился за компонентами для духов. Все баночки пустые. Так наверняка и было. Он пошел за город собирать на лугу лепестки цветов. И там на него напали тролли и циклопы и сожрали. Мощно! Ты можешь показать это место на его карте? Разумеется. Тогда видим. Сверкала звезда синевой в небесах, минуты текли, как песчинки в часах. И дальше за стены плющом увитые, и дальше вперед в царство мрачной стихии. Ты все так будешь комментировать? Замшелых гробниц их встречали каменья, но шли они прочь и не знали сомнения. А вот и то самое место с карты. Зараза, назад! Это было? Архиспора. Может, их поблизости еще больше? Хрен его знает. А что тебе подсказывает твое ведьмачье чутье? Что ты хочешь вернуться. Отличная шутка. Идем дальше. Я же знаю, что ты сможешь меня защитить. Теперь проверим другое место на карте. Мечом наш герой зарубил его скоро, повсюду разбрызгавшись слизь архиспора. Но в брюхе сыскать не сумел бродобрея, знать кто-то другой его слопал скорее. Есть! Это корзинка Жана! Теперь мы точно знаем, что он тут был. Корзинка с лепестками цветов. Как пахла та помада. Следы борьбы, все-таки ты был прав. С ним действительно что-то случилось. Ну хорошо, если так. Надеюсь, что это не тролли. На них рифму почти не подобрать. Как? Ты уже нашел следы? След обрывается на скалистой площадке. Они спустились глубже в пещеру. Темно тут как-то. И страшно. Испугался, значит? Может, сревмуешь что-нибудь для храбрости? Не писк моды в Господарском дворе. Ни одна дама супротив вас не устоит. Так, блядь? Я выиграл бы турнир, как нечего делать. А барышня Вивьена
уже сегодня сливала в мою лодку. Да что ты тут гонишь, Сригаль? Что так модно? Мы в Нильфгарде, а не в этом долбанном ковере. Что он тебе сделал? Что сделал? Он постриг меня под куриную гуску, так что шлем стыдно снять. Я не мог показаться на турнире. Я хотел показать свое мужество прекрасной Вивьене де Табрис, а из-за этого засранца упустил такой шанс. Я вижу, ты уже отыгрался. Это еще только начало. Я еще не решил, отпущу ли я его живым. Как-то это не совсем по-рыцарски. А как же слово чести, клянусь цаплей и все в таком роде? Клянусь цаплей, что выпотрошу тебя, если ты отсюда по-быстрому не уберешься. Ангард, я тебя вызываю. Вы стоять, не лезьте. Собака, сделаем все по-рыцарски. Воспой же, о муза героя, в сражение, где ведьмак наглецу нанесет поражение. Я сам говнюка завалю! С дороги! О, вот это было хорошо! Ну-ка еще раз! Не бойся! Я все записываю! Жалкое зрелище. Ты должен победить. Поздно уже. Может, мы лучше пойдем? Лепопильон, раны святого лебеды, вы спасли меня в самый последний миг. Можешь не благодарить. Жан-Луи Людовик, я полагаю. Пойдем, пока не... Тихо вы там, оба! Вот оно! Узрев ведьмака, все застыли от страха, охальника вмиг превратил он в кастрата. Кишки натянулись, как струны на дыбе, ведьмак ему брюхо вспорол, словно рыбе. И славный клинок погрузил столь глубоко, что враг захлебнулся желудочным соком и рухнул, накрывшись ногами своими. А все это в честь досточтимой княгини. Ты уверен, что все случилось именно так? Прости, ведьмак, но ты ни бельмеса не смыслишь в поэзии. Публика требует страстей. А я и их обеспечиваю. Что насчет моей платы? Я планировал расплатиться с тобой в рассрочку. Назначим выплату, скажем, раз в полгода. То есть денег у тебя нет? Я вам заплачу, мастер-ведьмак, и сто крат вас отблагодарю. Зайдите ко мне как-нибудь подровнять височки. Благодарю.